בוקר טוב, בשנה אני דפי מתלמוד ירושלמי, תרקתה אדמה את דף סמך בית, לישי סטרוי, רצון שתברא תאורה לנשמת כל נפשנו לכולם. אבי הדרשי, להשחת מזרוע ותום ישראל, שעולם בורס ובורם. וזה כמובן שלי משנו, נפלדו של נסטה, דש גמרא גבריתק. תני ישראל והעקום שקנו שדה בסוריה, הרי הוא כתבד וכמעשר המעורבים זה בזה דברי רבי. יברי, הנה יברי כתורי קופילי פולף סירי, то, что там произошло, выросло, считается перемешанный маасер и то, что не маасер, тевель и маасер. Почему? Потому что еврей, который имеет поле в Сирии, он должен отделять десятину, гой не должен отделять десятину. Сейчас Сирии. в Сирии есть вопрос, это считается там земля Израиля или нет. Давид Амелех ее захватил, вопрос есть или согласие, разрешение еврейского народа, или что в этом проблема, что может быть согласие. Он сделал, он сам единолично захватил. Другое, что он захватил еще до того, как он захватил все земли Израиля. Поэтому, как бы там ни было, есть там какая-то святость, но если это гойская земля там, она освобождена от десятины, если еврейская, то должен отделять. Здесь гой евреи, они два партнера купили одно поле, говорит Ребе, что мы говорим, что здесь все смешано, то, что они собрали, смешано, от чего нужно отделять десятину, от чего не нужно отделять десятину, потому что Ребе считает, нет брера. Энбрера. Что значит брера? Мы не говорим, что сейчас мы это поле, то, что собрали, разделим 50 на 50, и каждый получил свою долю. То сейчас, то, что я получил сейчас, я иду назад, и это ретроактивно, я говорю то, что мне принадлежало тогда, до этого, до того, как разделили, это мое. Так считает Ребе. Рабан Шимон бен Гамлиэль умер, хелько шель Исраэль хаяв, хелько шель акум патур. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, нет, то, что получил еврей, он должен от этого делить десятину, а то, что получил гой, не должен. Он говорит, ешь брера, что да, мы говорим, каждую пшеницу, которую он получил, скажем, собрал именно со своего участка. То, что он получил, это с его участка. Даже Гемара, Раби Йоса, бешем Раби Ханина, маплигин, спрашивает Раби Йоса слово Раби Ханина и говорит нам, в чем спор Раби и Раба Шимон Гамлиэль? Кшехалку седе бекамата. Они спорят, когда? Когда они разделили поле, пока еще пшеница была прикреплена к земле, она еще росла из земли. В этом у них спор. Ешь брера или эн брера? Говорю я, что сейчас ретроактивно решается, что каждый собрал со своего поля, со своей части или нет. А валим хальку гадиш. Но если они уже собрали это все в одну кучу, уже срезали и собрали в одну кучу. Аврабан Шимон бен Гамлиэль модели Ребе, шеколь келах ве келах шель шутфут гуи. Тогда Рабан Шимон бен Гамлиэль согласен с Ребе, что если это собрали уже в кучу, тогда каждый колосик, колос там считается, что они оба владельцы этого колоса. 50 на 50. Поэтому он говорит, уже здесь нет брера, как Раби Акадош. Ама Раби Йона, Раби Йоси, бешем Раби Йоханан. Но Раби Йона, слово Раби Йоси, слово Раби Йоханан говорит небольшую другую разницу. Маплиги, в чем они спорят Раби и Рабан Шимон бен Гамлиэль? Шехалку саде бекомата. Они спорят, как мы сказали, когда разделяли это поле, когда еще пшеница произрастала из земли на колосе. Колосе были в земле. А валим хальку омре, но если они разделяли уже снопы, а в Рабан Шимон бен Гамлиэль модели Ребе, там Рабан Шимон бен Гамлиэль согласится с Ребе, что шеколь келах шель шутфуту, что каждый колосик 50 на 50 у гоя и еврея. Скажем, аль да, ты Раби Йона, то, что Раби Йона нам сказал сейчас, какая у него разница, ма бен гадиш, ма бен омарим. Какая разница, они собрали это в одну кучу или они сделали из них снопы? Объясняет Гмара, бекуцер кольши у меня хлефанам. Разница будет тогда, когда у них будет спор, когда каждый из них, когда они собирают урожай, гой срезает себе пучки пшеницы и оставляет в свою сторону. Еврей срезает и оставляет в свою сторону. Там уже здесь не будет. Но если они сделали уже большую кучу и потом разделяют эту кучу до того, как сделали снопы или после того, как сделали снопы, тогда это все смешано и нет брера, тогда нужно будет отделить так, как надо. Ама Раби Ошея, да, это тема, Раби Ошея говорит, что какая разница между ними шекану альмнат шело лахло. Когда спорит Раби Рабан Шимон бен Гамлиэль, когда они купили поле, изначально считают, что мы навсегда останемся партнерами. Мы не будем, никогда не будем это делить. Но если аваль им кану альмнат лахло, но если они изначально купили, что потом они разделят, а в Раби Моде Рабан Шимон бен Гамлиэль шезе хелек магия ло мишар ишона. Тогда Рэби согласится с Рабан Шимон бен Гамлиэль, что каждый, который получил пшеницу, каждый получил со своей доли и ешь брера.
Но говорит Рама Раби Йоси, Милюхунда Рабанан Плиги. Но мы видим, что Хахамим не согласны с объяснением Раби Хошаи, говорят, Дама Раби Абаху, Бешем Раби Йоханан, говорит Раби Абаху, что Раби Йоханана, Хашутфин, Махлокет, Раби, Вераба Шимон Бен Гамлиэль, что два партнера, два брата, которые получили наследство от отца. Спор между Раби и Раба Шимон Бен Гамлиэль, Ахин, Шутфин, Ло, Лахлокхен. Спрашивает Мара здесь, что Раби считает, что когда они делят это наследство, они все равно, что когда они разделили, продали друг другу, и нету брера, мы не говорим, каждый получил свое. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, но они не считаются продавцами друг друга, они просто разделили, и они получили это для того, чтобы разделить. Они не считаются продавцами, и есть брера. А Раби Ошай что сказал? Что мы здесь видим, что эти два брата, когда получили наследство, для чего они получили его? В конце концов, они для него его разделят. Но несмотря на это, мы видим, все равно есть спор между Раби и Рабан Шимон бен Гамлиэль. Следующая мишна бен Рубен Сион. Следующая мишна говорит так. Шестая глава, седьмая мишна. Два. Говорит шестая глава, седьмая лаха. Говорит мишна. Гер ве акум ше яршу эт авиен акум. Гер и гой, которые получили в наследство от своего отца. Унаследовали от своего отца. Что есть? Один из двух братьев этих гоим получил, принял еврейство, а второй остался гоем. Папа скончался, они получили наследство. Яхоль гуломар ло. Этот гер, еврей, сейчас который, он может сказать своему брату, толь ата аудат гирулим, а не толь эт хамаот. Атаяй несек вани перот. Он может ему сказать, ты возьми идолов, а я возьму деньги. Ты возьми вино, которое я и несек, которое гойское вино, а я возьму фрукты. Но, говорит мишна, им еще бау лершут, лершут агер асур. Это все пока они не разделили. Это не считается, что они меняются. Сейчас каждый берет то, что хочет, то, что ему разрешено. Кроме этого, как мне говорят, на самом деле, гер, гой, который принял еврейство, кетинок шенонадами. Он как будто новорожденный. На самом деле он ничего от своего отца не должен был унаследовать. Но мудрецы облегчили, чтобы он не сказал, смотри, у меня папа миллиардер, оставил полмиллиарда долларов. Я стал евреем, не могу получить, поэтому мудрецы сказали, что этот гер может это получить. Но, как только он получил это уже это в его владении, уже разделили, и потом он хочет поменять со своим братом Гоем, он не имеет права это менять. Дальше мишна, амухер перот бесурия, человек, который продает фрукты в Сирии. Мы сказали, что мы можем предположить, что это поле, эти плоды с гойского поля в Сирии, а с гойского поля отделять десятину в Сирии не надо. Но потом этот продавец проговорился и говорит, но эти фрукты, они из земли Израиля. Он продает их в Сирии, но привез их из Израиля. Получается, хаяв белясер, тот, кто купил, должен отделить десятину. Но меусаринхен нейман, если он говорит, от этих плодов отделили десятину, мы ему верим или нет, говорит мишна, мы ему верим. Почему? Потому что тот род, те уста, которые запретили, они же и разрешили. Он мог не говорить, что эти фрукты из Израиля привезли, но так он сказал, и мы ему верим. Если он говорит, что от них отделили десятину, мы тоже ему верим. Род, который запретил, он же и разрешил. Но, говорит Мара, Мишелихин, если он говорит, эти фрукты мои, которые я вырастил на своем поле в Сирии, и там, хаяв лиасер, покупатель должен отделить десятину по мудрецам, меусаринхин, но если он говорит, я от них отделил десятину, Нейман, мы ему верим. Опять же, что те уста, которые запретили, сказали, что это мои, они же разрешили. Но, говорит мишна, имя дуа ушеечно саде бисурия хаявляся. Но если было известно, что у этого человека есть поле в Сирии, и он говорит, от этого я уже отделил десятину, мы ему не верим, тот, кто купил, должен отделить десятину сам. Это мишна. Гмара говорит так, Исраэль веакум шекану бетошель акум. Гой и евреи вместе, как два партнера, купили дом нееврея. Вяхая шам я и несех, вяавода гирлим умаут. И в этом доме они нашли я и несех, вино, гойское вино, идолов и деньги. Ло йомар ло толята я и несех, вяавода гирлим ани маут. Еврей в этом случае не может ему сказать, ты возьми это гойское вино, ты возьми этих идолов, а я возьму деньги. Предмара, Амар Раби Йоханан, ло сов давар, яй несех, ваафальга, ваавода гирулим маот, эла афилу аю шне циламин. Раби Йоханан говорит, не только если там 100% идолы и 100% гойское вино, даже если там было две вещи, две фигурки, скажем, эхад асу кемин дыровки, ве эхад шену асу кемин дыровки.
Один из них, то есть на этих двух предметах выгравирована Авода Зара. Идол выгравирован или сделан как идол. Но один из этих предметов, который там есть, его можно использовать, он как инструмент, скажем, ложка, или на чем, на которой есть Авода Зара, или еще что-то другое, а на другом нет, его нельзя использовать. Ло йомар ло толата эчену асуйки мин деловки. Не может еврей ему сказать, ты возьми то, что невозможно использовать, тогда это 100% идол. На нем выигрывает и на нем. Но есть, они не будут использовать идола для еды и для чего-то другого. Поэтому еврей не может ему сказать, ты возьми то, что не используется, потому что это 100% идол, а я возьму то, что это предмет, используемый предмет. Вани нотель эти асуйки мин деловки. Не имеешь права. Амар Раби Зеира, Раби Зеира говорит, да, это правда. Написано, Иру хавер ве амаарец, ше яршу эт абиен амаарец. Как? Два брата, один Талмид Хахам, хавер, второй амаарец. И они получили наследство у своего отца вместе. Их отец тоже был амаарец. Амаарец. Ве аяшам пирот мухшарим, упирочена мухшарим. И в наследство они получили фрукты, которые уже были смочены, и таким образом они могут получить туму, и фрукты, которые еще не были смочены, и они туму не получают, нечистоту. Шема омело тол ата эт амукшарин, вани нотен эт шеэнан мукшарин. Талмид Хахам не имеет права сказать своему брату Амаарецу, ты возьми те фрукты, которые уже смочены, и они могут принимать туму, нечистоту, а я возьму те, которые не смочены. Не имеет права, потому что мы сказали, что в Израиле запрещено делать, чтобы фрукты получали туму. Ага, матнита плига, но наша мишна вроде идет против. Почему? Мы что сказали в мишне? Если Гой и Гер, два брата, получили наследство, Гер имеет право своему брату сказать, ты возьми идолов и остальное. Толя та абудат гилумяни мао, да, он говорит, ты возьми идолов, а я возьму себе деньги. А та я не сахвани перо, ты возьми вино гойское, я возьму фрукты. Амар сефа влед ха плига. Посмотри в конец мишны, говорит Гмара. И Мишибаулю Штута Гер Асур, мы сказали, когда это можно, пока не разделили. Но если он уже получил Гер, он не имеет права своему брату говорить, возьми этих идолов, потому что он сейчас меняет, а человек не имеет права получать какой-то выгоды от идолопоклонства. Поэтому в этом случае человек, который купил дом с Гоем, и там есть вино, и там есть идолы, не имеет права он сказать Гою, ты возьми идолов, а я возьму деньги. Почему? Он вместе с ним купил, уже он это получил, все, что там есть, 50 на 50, и не имеет права он с этим менять. Дальше. Акилас, Хагер, Хилек и Махив. Акилас, что это, кто это? Ункулус, тот, кто перевел нам Тору на имена арамейский язык. Он получил наследство от своего отца, он и его брат. Они с братом разделили. Вих, мир, алацмо, бегулих, ханаяли, ямамерах. И говорит Гмара, что несмотря на то, что по Торе он мог оставить, то, что он получил, он мог оставить себе. Он дал своему брату идолов и все остальное, а себе оставить то, что ему можно было. Все, что он получил наследство от отца, он выбросил в мертвое море. Он устражил закон. И говорит Гмара, Телата Амурим. Есть три мудреца, три Амурим, которые спорят о том, на самом деле, что он выкинул. Первый говорит, Хадамар Деме, Аудат Гилулим Хулих Лаям Амелах. Он говорит, все, что там было, все, что его папа получил за идолопоклонство, он все выбросил в мертвое море. Вехарна Амар Деме Халько. Второй говорит, нет. То, что он получил свою долю, например, идолы, которые там были, стоили миллион, он получил их на полмиллиона, или деньги он получил, полмиллиона он получил денег. Эти полмиллиона денег, идолов, он выбросил в мертвое море свою долю. Шеля вода гирулим, хулих ля ямамелах. Бехарна амар деме ехалько, шеля вода гирулим, хулих ля ямамелах. И третье, бехарна амар, а вода гирулим отсма, хулих ля ямамелах. Третий говорит, нет, он не взял деньги, а он взял именно идолов, как свою долю. Для того, чтобы бросить их в Ямамелах. Эла бишвил лакор авода гилу мибет аба. Он сделал это для того, чтобы уничтожить идол поклонства идолов в доме своего отца. Я однажды слышал интересный урок Рав Элияу Мансур. Кто это онкулос? Почему это все бросил? Хахамим говорят, это был Элифас, который ограбил Якова Вину, когда он убегал от Эсава, и он должен был сделать тикун. Вот это он вернулся сюда через много-много лет за то, что он не убил Якова Вину, а оставил его живым. Племянник. Он вернулся, племянник Тита, он вернулся сюда как онкол Сагер. Тит был Айсав, это его Гильгуль был. Он пришел к нему и спросил, принять евреи свои или нет. И этот онкол Сагер, он сделал 100% чува, что вот те деньги, которые он Якова Вину забрал, здесь, когда он получил, и можно было ему это оставить, он устражил закон и уничтожил это, и выбросил в мертвое море, чтобы никому это не досталось. Баруха Адонай Леолам, амин ве амин. Он переводил с иврита на с